Главой государства поддержан проект указа. Предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Но также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить за счет собственных средств жилье и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц. Также те договора, которые инвестиционно были заключены ранее и в течение 6 месяцев после принятия указа, также на них эта норма распространяться не будет. Мы считаем, что это позволит снизить стоимость жилья на стране для всех категорий граждан, потому что у нас сегодня нуждающиеся в государственной поддержке строится жилье уже с 5% надбавкой, не более, а сейчас этот нормативный акт распространится и на все категории граждан. Строительные организации здесь ни в коем случае не пострадают. Здесь вопрос стоит о том, чтобы ограничивать именно прибыль застройщика, то есть организации, которая ведет застройку, а не строительные организации. Сегодня здесь по-разному закладывается прибыль, диапазон очень большой. У нас средняя продажная стоимость квадратного метра 2078 рублей по стране, но она в различном диапазоне, допустим, в Гродненской области стоимость продажи составляет 1200 рублей, в городе Минске 2700 рублей.